Приветик всем, снимаю видео о косметических покупках. Это вторая часть или продолжение, как угодно. Давайте смотреть дальше, что купила. Мы с мамой сделали большой заказ, в общем, через интернет-магазин и купили ряд продуктов от Новосвит, поскольку остались, в общем-то, довольны теми продуктами, которые пробовали, поэтому повторная покупка. Я показываю то, что я взяла для себя, естественно. Это гиалуроновая кислота и коллаген, концентрат от Новосвит, всем известный. Ну, как-нибудь в пустых баночках, вот когда закончится, расскажу, в общем-то, что я об этом думаю. В целом, положения у меня остались более чем положительные. Вот это я купила по совету мамы, ей очень сильно понравилось, я тоже захотела узнать, что это такое. Это гель-лифтинг эффект подтяжки. Она говорит, что это действительно реальный лифтинг абсолютно, и, в общем-то, ничуть не хуже дорогих средств, поэтому мне захотелось попробовать. Конечно, потребности у нас с мамой разные в силу возраста, вот, но все равно стало интересно, цена небольшая, поэтому потом расскажу, в общем-то, как мне это дело показалось. И вот этот продукт мама у меня себе заказала, ну и я так вдогонку говорю, давай уж вместе пробовать. Это крем-лифтинг подбородок шеи, эффект подтяжки. Ничего не могу сказать, вот. Цена небольшая, как бы, ну все понятно. Это главный аргумент для покупки. Купила нежная пенка для умывания, сверхмягкое очищение. С экстрактом лилии, что ли, походу, здесь лилия нарисована. Ну, пенки люблю, поэтому и покупаю, какие вижу новые. В том числе взяла и от Новосвит. Взяла не одну пенку, а взяла еще и вот такую. Гиалуроновая пенка для умывания, для снятия макияжа и биби-крема. Что какая-то беда у меня с фокусом. Извините, никак я не научусь им управлять. Все время то ближе, то дальше суну. Почему-то на заднем фоне фокусируется. И все никак. Да, ну вот та же самая причина. Как бы еще одна пенка в коллекцию. Наверное, так. Мицеллярный лосьон от Новосвит с экстрактом василька. Небольшой объем, 100 мл. Ну, не понравится, так не понравится. А вдруг хороший продукт. И еще одна вещь. Это я уже самостоятельно, так сказать, выбрала. Мама не стала брать, говорит, попробуешь потом, если что, возьму. Это маска для лица из зоны декольте. Она 20 минут наносится. Это биоминеральная процедура с какими-то тут водорослями. Не знаю, что это такое. Огромный объем, 200 миллилитров. Вот. Стоила она, по-моему, 200 с чем-то рублей. Купила. А это васильковая вода. Я не видела никогда просто в магазинах. Там вечно просто как-то витамины для кожи такая водичка. А вот васильковую я не видела. Я купила ее в надежде, что она станет бюджетным аналогом васильковой воды от Милвиты, скажем. Васильковая вода вообще используется в качестве таких примочек для глаз. То есть пшикается на ватный диск, и потом лежишь и с ними отдыхаешь, ну и вроде как глаза выглядят лучше. Отечность снимает и все такое. Вот, поэтому в надежде вот на это я и купила. Потому что, честно говоря, столько много необходимых продуктов, что тратить больше 1000 рублей на баловство от Милвиты, в общем-то, как-то... Жалко, жалко. Новинка, я так понимаю, этого года. Черный жемчуг, мицеллярная вода. Удаляет макияж одним движением для любого типа кожи. Ну, люблю пробовать всякие новые мицеллярки. Здесь большой объем 250 мл. Где-то в районе 100, наверное, 80 рублей она стоила. Или 170, я уже не помню. Я не встречала ни одного средства, которое позволяло бы мне удалить макияж одним движением. Ну, может быть... Да что ж такое, опять фокус пропал. Ну, может быть, вот эта вот мицеллярка научит меня все-таки, как это делать. Пока не удавалось, честно. Даже те средства, которые я очень люблю, это мне нужно 2 или 3 ватных диска, чтобы смыть макияж. Был у меня большой заказ, тоже делала через интернет. В общем, покупки продуктов от 100 рецептов красоты. Очередной крем для рук питания с пчелиным воском. Уже в пустых банках я говорила о том, что не знаю, как так вот странно получается. Мне все кажется, что я его хочу купить и забываю, а на самом деле покупаю, и это все копится в большом количестве. Ну вот, а так получилось и в этом заказе. Взяла еще один крем. Ну, мне вроде очень понравился, поэтому я думаю, что, надеюсь, что без проблем использую и этот тюбик. Еще одна повторная покупка.
Крема, который у меня закончился только в пустых банках, показывал. Это крем для лица и зоны декольте, облепиха и бифидокомплекс. 120 мл объем. Использовала его в качестве крема для тела. Расходуется достаточно быстро. Тюбик маленький. Не успевает надоесть. Можно на что-то другое поменять при желании. В общем-то, впечатление о нем очень даже положительное. Легко распределяется, хорошо впитывается, пленки не оставляет. Аромат не сохраняется долго на коже, что является для многих большим плюсом, ну и для меня в том числе. Еще один крем для рук. Это уже 7 активных масел. Источник природного эластина и все такое. Крем беру этот впервые. Вот, какую-то бумажку тут еще прилепили с инструкцией. Жуть. Вот, да. Ничего не могу пока сказать, потому что я говорю, что это только в первый раз. И еще один продукт. Это крем-сыворотка от 35 лет. Мне понравилась картинка. Вот это что, клюковка тут нарисована. Ну, не удержался, купил. Не знаю, какой толк будет от этого продукта. Поделюсь в пустых баночках, когда попробую. Или в не очень пустых баночках. Ну, как продукт. Как повезет. Вот, да. Но все равно очень интересно. Продукт под влиянием YouTube. Гель-крем для умывания клубничный. Столько хороших отзывов было на эту умывалку. Люблю покупать умывалки, и поэтому уж поскольку решила делать заказ, то, конечно, заказала себе и этот клубничный крем-гель. Еще один продукт, который я искала в розничной продаже, но не могла найти, это крем для ног против мозоли и натоптышей. Вот. Уже когда сделала заказ, мама говорит, почему мне не взяла? Я говорю, не знаю. Вот. Тоже ничего не могу сказать, потому что сказать нечего пока. А маленькая баночка, это крем для лица и тела. Куда же фокус девается? Персика, домашняя сметана. Здесь всего 50 мл. Уходит очень быстро. Удобно с собой взять в поездке. Или там на дачу поехал. Там, куда-нибудь там на несколько дней. Вот в самый раз. Легко распределяется, легко впитывается. Но аромат дело вкуса. У меня, в принципе, скорее положительное к нему отношение, чем отрицательное. Еще одна штука ради эксперимента куплена. Это шампунь винный, объем и цвет. У меня мама попробовала два шампуня, по-моему, хлебный и пивной. Осталась очень довольна и говорит, давай вот еще и винный возьмем. Вот. Ну, потом расскажу, что мы об этом думаем. Поскольку шампунь будем пробовать, конечно, вместе. 400 мл объем, куда мне столько. И теперь о продуктах, ради которых вообще делался этот заказ. Потому что, честно говоря, интернет-магазинов, которые предлагают 100 рецептов красоты, не так уж и мало, а вот ассортимент у них весьма и весьма скудный. И вот что я искала. Я искала скраб для тела малиновый с овсяными хлопьями. Здесь большая банка, тут 400 мл, такие вот какие-то мелкие крупинки. Вот. Очень мне хотелось этот скраб. Розничной продажи вообще ни слухом, ни духом никто. И ходила по магазинам и спрашивала, говорю, почему, говорю, шампуни, говорю, вот эти вот везде лежат там эти бальзамы, а скраба нету. Вот. Мне ничего не могли сказать вразумительно на эту тему, и поэтому я искала интернет-магазин, в котором был бы представлен этот продукт. Ну и еще самое главное, это гель-пена. Для душа и ванны бананы. Уж сколько я искала, сколько было тапок стоптано в поисках этого продукта. Бананно-сливочный пломбир. 750 мл объем. Уж и в Южном дворе искала, по всяким супермаркетам. Все бесполезно. Купила вот в интернет-магазине. Попробую, если понравится. В общем, сделаю большой заказ, закуплюсь этими баклажками. Планирую все-таки использовать в качестве геля для душа. Но если, конечно, будет не очень жидкий и, соответственно, не будет стекать с мочалки. Ну, сами понимаете, как оно бывает. Что касается... Да. Купила я вот такую штуку. Это пенка для умывания, очищающий мусс с увлажняющим эффектом от Биаре. Тут история такая. Я уже не знаю, ну, по-моему, не раз я уже говорила о том, что никакое у меня отношение к азиатской косметике. Ну, не хочу я пользоваться. И столько негативных отзывов из серии «Как я испортила свою кожу» в скобках корейской косметики.
Я понимаю, что кому-то подходит, кому-то нет. Это касаемо любых средств, и не только корейской косметики или там китайских продуктов, японских, неважно. Ну, в общем, когда я увидела, что вот в июльских коробочках Allure Box эта пенка шла бонусом, она мне вот никак не давала покоя. Вот. И поэтому вот нашла, как сказать, в интернете эту пенку и заказала ее. Мама мне ее взяла. Вот. Хотя потом уже выяснилось, что она, оказывается, спокойно продается в Литуаль. Ну, по крайней мере, в интернет-магазине я ее видела. Вот. И когда была распродажа Литуаль, можно было ее купить всего лишь за 300, по-моему, 68 рублей, если я не ошибаюсь. Вот. Что это такое из себя будет, я, конечно, расскажу, когда попробую. Теперь хотела перейти к вопросам натуральной косметики. Энное количество времени назад я читала материал о производителях отечественных натуральной косметики. Естественно, там речь шла о Натуре Сибирике, там о Первое решение, ну, еще какие-то марки, я уже не помню. Но был рассказ об одной марке, и я сделала вывод, что как-то, если, в общем, считать что-то натуральной косметикой, то именно эту марку. И речь идет о марке, которая называется «Чистота веков». Ну, по крайней мере, так она называлась, наверное, года 3 назад. Покажу вот такой продукт. Не знаю, тут, наверное, ничего не видно будет. А, вот так переверну. Может, сфокусируется. Не хочет. Натуральное молочко для тела, клубника, для всех типов кожи. Я покупала в Озоне, она обозначается как зейтун. Вот здесь сверху, вот это вот таким вот арабским таким вензелем написано, что зейтун. Написано, что производство Иордании. Я не знаю, в чем дело. Марка эта считалась нашей. Не знаю, считается ли она нашей до сих пор, но, наверное, да, если это написано, вот, чистота веков. В общем, на эта марка считается такой, вот я так поняла, что действительно натуральная косметика. У них в основном продукция, ну, как сказать, достаточно... В общем, она дорогая. Средние такие продукты стоят где-то в районе 600-700 рублей. Продукты серьезные, такие как маски для волос, допустим, маски для лица, очень дорогие. По-моему, можно купить маску для волос, которая стоит баночка 200 мл в районе 5000 рублей. Вот, то есть представляете, какая стоимость. Мне, конечно, хотелось попробовать что, хоть что-нибудь, поэтому я выбрала самые безобидные, но знаете, как там, вопрос аллергии и все прочее. В общем, я выбрала вот это молочко с клубникой, здесь 200 мл объем. И еще одно молочко, но это уже корица и яблоко. Вот. По-моему, они стоили по 650 рублей каждое. Потом, естественно, расскажу, что я об этом думаю. Чтобы не забыть о подарках, за покупку, вот мама мне покупала в прошлый раз, ой, в прошлой части показывала это эти клубничные, ой, клубничные, яблочные новинки по 400 мл. И за покупку дали вот такую большую косметичку. Она как чемодан, вот такой вот на молнии. Вот. Где-то вот такая вот высота, наверное, у нее. Вот. Большой объемный чемодан. Наверное, такая шикарная мужская косметичка. Я сначала ее хотела отдать, а потом, думаю, вообще неплохой дорожный вариант. Вот столько всего можно напихать. Вот. В общем, решила оставить себе. Ну и остался у меня, наверное, только люкс. Я купила набор вот такой вот с тушью Dior Iconic Evercool. Эту тушь я не пробовала, я пробовала только Iconic. Эту с подкручивающим эффектом нет. И здесь миниатюрка теней. Это, по-моему, палетка 056. Сейчас я попробую вам ее продемонстрировать, эту палетку. Сейчас я ее открою. Вот такая вот крохотулька маленькая. Вот так. В общем, такой черный, матовый и сатиновый 4 оттенка. Белый, серый, тауп и розовый. Ну, палетка, ой, вернее, набор стоил, по-моему, 1699. В Альдебуте я брала. Это был заказ в интернет-магазине. И, ну, просто взяла, конечно, чтобы была еще одна палетка от Dior, потому что тени Dior сейчас стоят дорого, а палетку какую-то новую хочется попробовать. Мама мне брала в Озоне мой любимый крем от Biotech Melis Active. Я уже не раз его расхваливала. Это, наверное, лучший продукт для лица этого года. Абсолютно
определенно для меня открытие. Это уже третья банка будет по счету. Вот, сейчас как раз вот холодное время года в самый раз. Хотя и летом я пользовалась, в общем-то, с большим удовольствием. Еще одна вещь, которую мне покупала мама, я просила ее купить мне, найти наборчик в магазинах вот с этой тушью. Не знаю как. Kills Defner как-то, или Seals Denfer, не знаю, как ее обозвать. В общем, это тушь в золотом корпусе. Я вскрывать ее не буду, потому что сейчас вскрывать не стану. Вот такая вот она. Вот. Я показывала, как-то отзыв на нее давала в миниатюрках не раз. Шикарная тушь. Вот. Наборчика не было, мама решила купить мне просто тушь. Ну, конечно, большое спасибо ей огромное. Вот. Хотя я, честно говоря, хотела больше получить, сказать, наборчик. Летом смотрела видео, по-моему, блогера, звать Beauty Addict, если я ничего не путаю. Она показывала в покупке косметики наборы от Шисейда. Вот такие косметички шикарные, картонки выбросила. Это дело было в Ревгош. С учетом всех скидок, то есть по золотой карте, по-моему, 1150 стоил этот набор. Я увидела этот набор и сразу же дала маме задание. Я говорю, давай, беги, ищи по Ревгошам этот набор. Зачем он мне, собственно говоря, был нужен? В чем фишка этого набора? Здесь, смотрите, 5 штук. Это знаменитые патчи под глаза с ретинолом. Для справки, как сказать, полный формат, коробка вот этих патчей, в ней 10 штук, стоит с учетом всех скидок 2500 рублей. Ну, это в любом магазине. Может, чуть дороже быть. Вот. Ну, где-то в районе 2500. Здесь 5 патчей, то есть половина. Набор стоит 1150 или 1130, я не помню. Плюс, кроме этого, конечно, вообще все в косметичке. То есть, если я куплю 2 такие косметички, то это будет дешевле, чем просто патч. И кроме этого, здесь большие миниатюры. В объеме, по-моему... Какой же объем? Извините, я... забыла посмотреть. 50, что ли, миллилитров этот софнер из линейки этот Benefiance. Ну, это, проще говоря, такой, как гелевый тоник, что ли. Кроме этого, здесь из этой же линейки Benefiance это кремовая умывалка. Это все заклеено, объема нигде нет. Да, 50 миллилитров. Я считаю, что это очень хорошие миниатюры. Малюська такая, это крем для глаз из линейки Benefiance. Вот, и вот этот вот пробуждающий концентрат такой, не так давно он вышел из линейки Ultimate, в объеме 10 мл, ну, это такая как сыворотка. Я считаю, потрясающая цена для набора. У меня мама замучилась искать, потому что эти наборы очень быстро были распроданы, понятное дело, по такой цене. Люди умные, хотят взять побольше, все покупали из-за этих патчей. Вот, ну и... Я уже, конечно, пожалела, нужно было попросить, чтобы купила хотя бы 2 косметички нам по одной. Ну, ладно, уж хотя бы одна будет. Был у меня заказ в интернет-магазине Иль де Буте. Заказ у меня был, по-моему, на 10 500, поэтому получила коробочку с миниатюрками. Вот такое вот скудное наполнение в этот раз. Это пробник от Пайо ночного крема из линейки Perform Sculpt. Я пробовала, у меня уж такой пробник был, ни о чем не понравился. Из дешевой линейки Vitality, это для молодежной кожи крем такой дневной с витамином С. Уже надоевший тинт от Benefit, уже сколько раз можно их класть. В общем, продукты кому-нибудь отдам, потому что мне не нравятся. Новая моделирующая сыворотка от Estée Lauder. В объеме 7 мл. Простите, уже заговариваюсь. Я равнодушна к уходу Estée Lauder, потому что мне их сыворотки забивают поры. Поэтому, наверное, я кому-то отдам. И миниатюрка крема Clinique 7 мл. Это из линейки Smart с SPF 15. Вот. Ну, вот это, может быть, себе оставлю, остальное отдам. Что же было в этом заказе, кроме набора с тушью Dior, который я уже... показала. Я купила себе CC крем вот такой. В оттенке Very Light. Самый светлый оттенок, SPF 30. После просмотра видео Ковки The Cat
о том, как подобрать тональное средство. В инфобоксе была информация, она там сделала целую такую, как сказать, справочную страничку по типам кожи, какие тоналки можно брать. И это рекомендовалось для сухой кожи, сейчас на зиму, поэтому я ее взяла. Вот так выглядит тюбик. Еще один продукт от Клиник. Сейчас пошла мода на обновляющие масла. Я купила себе масло от Клиник из линейки Turnaround. Из этой линейки я пробовала сыворотку, мне понравилась. У них шикарная маска. Я считаю, что это самая лучшая пилингующая маска, наверное. Вот. Здесь 30 мл объем. Сейчас покажу, как само маслице выглядит. Вот так вот оно. Синенький такой флакончик. Пипеточка такая, все это откручивается. Вот. Ну, как всегда у этих масел все. Что еще? Я купила себе вот эта коробочка. Консилер, ручку от кого? От Шанель. Эклат Люмьер, простите, что я говорю? Эклат Люмье, Люми, все, заговорилась. Эклат Люмье, это номер 20 беж. В интернет-магазине был представлен в одном оттенке, но я его и купила, потому что он мне был, именно он и был нужен. Что с этой штукой? Когда-то давно мне делали макияж, как это сказать, стенд Шанель, там клиентский день был, в общем, делали мне макияж. Макияж сделали ужасный, но мне понравился эффект вот этой вот штуки. Это, в общем, под глаза. Вот. По-моему, насколько я помню, без света отражалка. У меня создалось впечатление, что хорошая вещь. Я все как-то думаю, как-нибудь попробую, попробую. Все время все забывала, все откладывалось. Это покупка, но наконец-то я это дело купила. Продукт от Шанель. Ну давай уже фокусируйся. Да что ж такое, никак не хочет. Может быть, вот так будет лучше. Это лимитка. О, лимитка Лебеж. В оттенке 01. Мариньер, или как-то так. Вес 11 грамм. Короче, это мой первый розовый матрас. Это летняя коллекция. Здесь все, как сказать, штатно. Вот такая вот кисточка. Они очень даже неплохие у Шанель. Здесь внутри заглушка. Сейчас я ее сниму, чтобы она мне не мешала. Ну, как всегда, пылесборник. Куда же без него. Вот так он выглядит. С волшебным запахом камелии. Ну, это такой типичный запах ухода из линейки Гидро Бьюти. Ну, и так же пахнет эта пудра. Но она в двух вариациях. Номер два рыжий, как бронзер. А это вот цвет пудры и розовые такие полоски. Вот такой вот матрас. А что еще купила? Да. И последнее, что было куплено, что входило в этот интернет-заказ. Это белый каял от Makeup Forever. Вот этот продукт, как сказать-то, считаю его лучшим каялом из всех, что я пробовала. И к вопросу о профессионализме консультантов в магазине. Многие так, вот мы любим иногда спрашивать и полагаться на то, что они говорят. Я сама тоже иногда так веду себя и потом жалею. В общем, меня убеждали в том, что он снят с производства. В магазинах я его нигде не встречала, поэтому начала покупать всякое барахло. Там MAC, Givenchy, такое все. Вот. А тут внимательно посмотрела. А, пожалуйста, он есть в интернет-магазине совершенно спокойно. Ну и, конечно, я его купила. Не знаю, что сказать по этому поводу, но вообще, конечно, работа консультантов оставляет желать лучшего. Хоть бы какие-то тренинги им, что ли, устраивали, я не знаю. Нельзя же так быть. Так себя вести, вернее, по отношению к потенциальному покупателю, вводить в заблуждение. Вещь, которую я очень давно хотела попробовать. Так выглядит коробочка. Это база под макияж, это Сен-Лоран из линейки Top Secrets. Это очень давно я прочитала большой материал на тему. Это вот золотая крышка такая, которую я сниму, чтобы она тут не маячила. Вот так она выглядит. Здесь вот кисточка такая. Верхняя часть поворачивается, и средство попадает на эту кисть. Давно я читала о том, я говорю, большой материал, там, по-моему, с фотками было совсем, не помню, какой это форум был или что, в общем, о том, что это самая лучшая база под макияж, что она действительно, вот наносишь ее, и пор нет. И все замечательно, и здорово, хорошо.
И я очень давно хотела ее купить, но меня останавливала и цена, и то, что далеко не в каждом магазине ее можно увидеть. Я, например, ее до сих пор нигде не вижу. По-моему, она есть в интернет-магазине Ревгош, но у меня был неудачный опыт общения с онлайн-магазином Ревгош. Я, в общем, решила, что я никогда в жизни больше там заказ делать не буду. Не хочу, просто неприятно. Вот. В общем, я эту штуку купила, когда летела домой в самолете. Да, уже практически самолет шел на посадку, и ремнями уже все пристегнулись. А я все расплачивалась вот за эту штуку. Стоила она 48 евро. Ну, она у нас где-то так и стоит, если с учетом всех скидок, где-то в районе, в общем, 3-400 где-то она стоит. Наверное, я даже переплатила, получается, за нее. Вот, да, ну ладно. Вот. Я как-то уже ни о чем не думала, лишь бы только, в общем, купить ее, потому что, говорю, в магазинах как-то не встречала. В общем, конечно, попробую, поделюсь с вами, расскажу, что же это такое. Действительно такая крутая вещь? Или обзор был ни о чем? За покупку двух продуктов Клиник я получила подарок. Вот такую косметичку. Не люблю я эти косметички от Клиник. Я их все время сразу куда-то отдаю. Страшные, бестолковые какие-то, в общем, никакие. Здесь набор миниатюрок, который меня очень радует. Моя любимая тушь Impact. Я всегда участвую в акциях Клиник, когда идет в наборе. Вот это вот моя любимая тушь. Кроме этого, здесь, конечно, крем для глаз, который часто кладут этот Моста Судж, как-то так, в общем. Ну, это распространенная миниатюрка, 7 мл, часто они кладут. Еще один продукт, который я очень люблю, это скраб 7, в общем, 7 дней от Клиник для лица. Классные вещи, в общем-то. Большая миниатюра, 30 мл, надолго хватает, очень рада. Ну и Чаби Стик в оттенке 07, тоже они постоянно кладут этот 07 оттенок. Что еще? И осталась последняя покупка. Последняя. Кто следит за лимитками, все бьюти-маньяки знают, какая была война вот за эту вещь. Это рождественская лимитка метеоритов от Guerlain, которая называлась «Снег». Называется «Снег и чудеса». Вот такая большая коробка, потому что большая, это, как ее сказать, банка. Вот так она выглядит. Вот такая вот. Имитирует, я так понимаю, елочный шар. Рассуждение на тему богатства упаковки. Большие, я так понимаю, все делятся на два лагеря. Вот тут зеркало, там с другой стороны. Я считаю, что это совершенно бесполезно и не нужно зеркало для метеоритов. В общем, кто-то считает, что красивое оформление, кто-то считает, что дешевое. Я плюсуюсь к второму лагерю. Мне металлические банки нравятся, чем вот этот вот пластик. С учетом высочайшей стоимости, со скидкой 3200 уже. Вот. И еще не купить и не найти. У меня мама пол Москвы оббегала, чтобы купить мне эти метеориты. В итоге нашла их на Фрунзенской. Вот такая пуховка. И вот они сами. Коллекция называется «Снег и чудеса». Но мне больше нравится, когда им метеоритам дают какие-то погонялы. И вот я прочитала на форуме ЛТБТ, кто-то из девушек назвал их «шарозвезды». Вот, считаю, что это более точное. Те девчонки, вот я знаю, как-то бывает, вот насмотришься о чем-то, и хочется тоже. Так вот, если кто-то жалеет о покупке этой лимитки, и у кого нет метеоритов, и кто хотел бы купить свои первые метеориты и жалеет, что им не достались, не стоит жалеть. Это все-таки предмет коллекционеров в чистом виде. Почему? Потому что они сдают четкий, белый, холодный финиш. А это значит, что ее можно использовать только тем, у кого кожа белая, как молоко, понимаете? Вот как молоко, потому что лицо будет выбеливать. Вот. Поэтому, если просто на полке красиво так стоять, достать, открыть, понюхать, то можно. А если вы хотели купить их в качестве своих первых единственных метеоритов, то вообще не надо. Лучше из базовой линейки взять. Вот. Я, конечно, очень довольна. Не помню, какая по счету в коллекции у меня эта банка. Наверное, по-моему, 14-я уже. Вот. Я очень рада и очень благодарна маме, что она все-таки купила мне эти метеориты. Вот. Поскольку я их собираю. Ну вот, собственно говоря, такие были покупки. Не знаю, как реагировать на это количество. Много, мало. Ну, наверное, с учетом того, что это было все куплено за полгода почти, ну, за 5 месяцев, грубо говоря, то, наверное, не так уж и много. Надеюсь, видео было интересным, полезным и приятным. Всем большое спасибо. Всем пока-пока.